Я начну с небольшой преамбулы. Там у нас вчера кандидаты в президенты начали заявлять, что они после 25 числа там или разгонят Майдан, или наоборот зажжут Майдан. Я хотел бы сказать, что Майдан никто не зажигал. Майдан живет своей жизнью, и никто его не разгонит, и никто его не соберет. Но Майданом нельзя манипулировать. Это живая структура, которая наконец-то начала договариваться внутри, понимая, что власть не может договориться ни о чем. Мы начали сами договариваться, и я думаю, что мы сможем сами тоже исправить частичную ситуацию в стране. Что касается 9 мая, это была наша инициатива, потому что мы ожидаем провокации, которые могут быть созданы для телевидения, для картинки и просто для того, чтобы, не дай бог, не повторилось Одесса или еще какой-то другой наш город украинский. Это один момент. Второй момент, мы любим ветеранов. Наша главная задача, ребят, сделать так, чтобы никто из них не пострадал, никто из них не почувствовал на себе какое-то унижение, любое, националистическое, пророссийское, фашистское, не имеет значения. Надо, чтобы они этот день спокойно отметили, отпраздновали и довольны, пошли домой, поняли, что у нас нет никаких там анти-9-майевских настроений. Я уже не буду сейчас говорить ни про национальности, ни про что. Вот. Что касается... Так, еще кто-то с нами присоединился, мы будем отвозить ветеранов с Майдана, которые придут на Майдан обязательно. Будем возить их и в Парк Славы, и на кладбище, если надо там помянуть, на военное. И в музей Великой Отечественной войны. Работает группа людей, которые будут предупреждать, упреждать. С точки зрения того, чтобы что-то началось в метро, это должно быть подконтрольно. И как только начнет собираться некая группа людей, конечно, будут применяться превентивные меры. Но специально что-то... Мы же не будем метро закрывать.